Накануне в Ешкарале состоялась первая репетиция парада. Нынче программа парада стандартная. Выезд на машине командующего дивизии, торжественный марш войск и проход спецтехники времен Великой Отечественной. Особых сюрпризов зрителям организаторы парада не обещают, но традиционно это событие привлекает внимание тысяч жителей республики. Кстати, впереди у участников парада еще несколько репетиций. Ближайшая – 26 апреля.